На улице Коммунистической и прилегающей к ней улицам парализовано движение автотранспорта. Путь преградил неожиданно хлынувший поток воды. И это в минус 20. Автомобили буксуют, пешеходы не могут перейти дорогу. Необыкновенное сплочение демонстрируют самарцы на горе Перекрестки. Машины из водно-ледяного плена автомобилисты вызволяют по очереди, помогая друг другу. Многие разворачиваются, не доезжая до злополучного места. Движение регулируют сотрудники ДПС. Пользователи соцсетей выкладывают в интернет фото автомобилей, припаркованных еще с ночи. Комментируя при этом, мол, сами виноваты, не надо было бросать машины, где попало. Эти авто оттает еще не скоро. Порыв водовода диаметром 600 мм произошел ночью. На месте работают две аварийные бригады. Уже открыты ливневые канализации, чтобы вода стекала туда, не замерзая на поверхности. Причины произошедшего рабочие выясняют. Вскрытие покажет, потому что от вскрытия, от характера повреждений, тогда уже и сроки будем обозначать. Если свищ в трубе, это быстро делается. Если трубу менять, то это еще на сутки уйдет. В близлежащих домах холодное водоснабжение не отключено. Возможно, пониженное давление и кратковременные перебои. Если после 7 вечера воды так и не будет, жители могут позвонить в диспетчерскую СКС, чтобы пришел бойлер. На дорогах работает спецтехника, чтобы освободить проезжую часть от последствий потопа. Поэтому во второй половине дня движение здесь перекрыли. Информация для пассажиров. До устранения аварии троллейбусы поменяли маршрут. Время на ней идут не по Коммунистической, а по Мичурино. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.